Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, у нас обновились задания. Выиграйте игру многопользовательскую. Нанесите 20 единиц урона героям Нептусью. И нанесите 20 единиц урона героям Капитаном Огоньком. Огонек, этот капитан, как он мне дорог, а, если честно. Как он мне дорог, в кавычках, конечно же. Ну что, ребят, поехали, будем пытаться что-нибудь сделать. Так, Нептусью. Давай выбирать Нептусь. Так, это у нас нежить. Нептусь. Изменить. Нептусь у меня... Ага, стратегическая колода. Хотел сказать, на пиратах. Нет, ребят, это, конечно же, личная моя колода. Давай попробуем что-нибудь сварганить. Кстати, секундочку, у нас же очень много дубликатов, потому что мы сегодня открывали паки, и очень много чего у нас лишнего, поэтому лишнее надо нам... Так, секундочку. Секундочку, коллекция, да, по-моему, в коллекции делается, утилизировать. 52 карты новые, прикинь. Все, и тыщенку мы заработали. 1000 энергии. Так, ну что, Нептусь. Ой, подожди, 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 подожди. Дай хоть гляну-то на тебя. Точнее, даже не гляну, а создам что-нибудь эдакое. Возьмем сундучки. Ну что, попробуем на пиратах сыграть у нее. Раз, два, три, четыре. Что у нас из этого вообще может получиться? Раз, два, три. Возьмем вот это вот на всякий случай. Два пиратика. Сделаем так. Так. Раз, два, три. Раз. Подожди. Раз, два. Возьмем этого хламончика. Возьмем здесь. Наверное, вот это вот надо взять парочку. Наверное, нам нужно взять этих парочку. Я вот не знаю, стоит ли мне брать шарики. Шариков тоже надо взять парочку штук. И, наверное, вирус. Как думаешь, есть шанс, на победу этой Нептусью? Я не знаю, давай проверять. Ежедневки нужно выполнить, попытаться сегодня. Ну вот с капитаном Огоньком это, конечно, будет сложно для меня. Так, кто нам выпадает? Вспышка на солнце. Слушай, я, по-моему, не взял ни одного ландшафта, да? Какой же я молодец, ни одного ландшафта не взял. Опа, сразу же, смотри, сразу же в атаку идет. Вспышка на солнце. Сразу начинает лютовать, психовать. Давай так сделаем. Слушай, этот осьминог же идет тоже как... Блин, как плохо. Но зато, ребят, я уже понял. Я уже понял, к чему готовиться. Значит, этот охламон сыграть решил на грибочках. Ну что ж, на грибочках так на грибочках. Вот про это я тебе как раз говорил, что ландшафтика-то у меня нету, к сожалению. Так-с. Давай сделаем вот так. И вот так.
Что он сюда поставит? О, как. Да ладно, ты серьезно? Так, это что-то новенькое, ребят. В моей практике. Чудесно шпарит, чувачок, чудесно. Но одного нам надо убрать. Поехали. Давай-ка вот так вот сделаем. И вот так. Смотрим. Ага. Два даже. Ну, сразу двоих пробьем здесь. Тих. Ландшафт мне не нравится. У меня нет ландшафтов, ребят. На Нептусе я этого не взял. Подсолнухи, да? Но я думаю, что подсолнухи ему здесь не помогут. Какая там танцевальная эволюция? Окей. Ну, в любом случае надо прикрываться. Да ты достал ты. Ты серьезно? Это уже последнее, что он мог придумать. Ему сейчас что-нибудь такое мощное выпадет. И все, ребята, и... Так, мне пока... Я не заинтересован, ребят, здесь. Посмотрим, что он тут сейчас влепит. Вот. Два гриба. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Давай так вот сделаем. В кого полетит сейчас? Еще утворяет. Сейчас сюда бомбанем, да? Вот ты ушастый хламон. Ну что, сейчас вызываем, друзья, вот этого вот чудика. И все должно быть, наверное, хорошо. Два подсолнуха ему наклепывают там, наклепывают. Ничего себе. Ну давай, давай, давай. Два грибочка у тебя тут появляется. Все на этом. Погнали. Так, что у него там может выпасть? Один-один на земле? Ну да. Он сдался. Мне не хватило одной единички, ребята, чтобы, блин, выполнить это задание. Ты понимаешь? А, все выполнил. Нет, я здесь сделал, выиграл. А тут-то нифига. Неужели я действительно на Нептус не взял ни одного ландшафта? Да, ребят, вообще ни одного.
Так ведь не делаются дела, да? Чтобы без ландшафтов играть. Какие у нас тут есть ландшафты вообще? Вот. Есть прочерк. Угу, есть вот это вот. Но опять же, это... Опять же, если нет могилоеда. Ладно, нам нужно нанести 1 единицу урона. Чтобы выполнить задание. А потом капитан Огонек, на котором я фейлюсь обычно. Сегодня, ребята, на второй канал делал видос Эндер Лилит, новую серию. Прикинь, она не записалась. 1,5 часа коту под хвост. Я даже не знаю, там не восстановить и то, что я прошел. Там 2 духа получил новых. Да. Все мои усилия коту под хвост. Ну что же, ничего не поделаешь, ребята. Буду продолжать оттуда, где сохранился. Ну и что это такое? Твою налево, ладно. Блин, против Цитрона-то такое себе удовольствие драться. Что-то он сейчас делает. Мы вот так вот хлоп. И спрятались. Ягодки, да? И убрать-то не могу, а? Прикинь, сейчас еще 1 ягоду влепит. Это, конечно, все хорошо. Как тут лучше сделать-то? Как тут лучше сделать? Давай вот так вот. Надеюсь, могилоеда у него нету. Да. Вот так, друзья. Был. Ну, эта ягода, она не страшна. Вот это вот. Бесявая. Проверка на очередной могилоед. Защита. Пим-пим-пим-пим-пим. Что будем делать? Ну, наверное, вот этого убирать. Такс. Проверка. Ничего себе, он тут ландшафтиков натыкал.
Угу. Что с кактусом делать, скажи мне на милость. Ну это ведь меня не спасет, ребята, да? Ай, встал-то куда, пират несчастный. Ну куда ты залез, ну? У него, в принципе, ничего и не было там больше. Кактусята, да это все, ребят. Ну, меня кактус ушатает. Ладно. Мы прошли за Нептусь. Сейчас будет такое же страдание у нас за капитана Огонька. За капитана Огонька, наверное, еще хуже, потому что там... Я вообще не знаю, как играть. Где ты, капитан Огонек? Давай новую какую-нибудь колоду создадим. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ну что тут можно сделать? А сколько клубника стоит, если ее, например, создавать? 1000. Сержант, сила ягода. Можешь создать, сделать такой вот яблочный, точнее, ягодный микс. Я не знаю, на чем тут капитан Огонек. Ну, на чем тут? Им можно тут играть. Ну, взять два ореха, допустим. Этого тут подобрать можно. Да, сделать вот так. Банан взять. Два ландшафта плюс двойная атака фруктовых миксов. Так, нам это не нужно. Два банана. Ну а на чем тут еще играть? С бонусной атакой. С бонусной атакой под усиление, если... На всякий случай возьмем этого. Нужен ли нам он? Не факт. Вопрос, конечно, интересный. Так, у меня там ландшафт раз и два. Да, вот такие вот пироги. Клубника, это, конечно, хорошо. Это очень хорошо. Надо будет как-то научиться играть этой колодой. Ну что тут еще взять? Ну давай так вот сделаем, блин. Я уже не знаю тут. А почему у меня вообще никаких усилений не взято, а? Скажи-ка на милость. Он же в основном у нас идет на усилялках. На всяких. Так ведь, насколько я помню. Ой, не знаю, ребята, что тут получится. Не два, не полтора. Смотри, у него опять же нету вот таких вот, чтобы мог сразу убивать, например, как ананасовая бомба. Этого ничего у него нету.
приходится рассчитывать на свои силы. Так, разгром. На чем разгром может тут играть? На всем, что угодно. На гаргантюахах, да на чем хочешь. Спортивная колода, походу, дела, да, здесь светит нам. Сейчас выставит сумоиста. 100% тебе говорю. В надгробии. Будет давить камнем или валуном. Скорее всего, конечно, будет. Ага, вот это он потратил. Слушай, ну это хорошо. Вот это вот не очень. Тин-тин-тин-тин. Ну давай вот так вот сделаем. Хоть один урончик, но не нанесем, блин, да? Давай вот так вот сделаю. Блин, где мои ландшафты, ребят? Где мои двойные уроны и вообще... Я их не вижу. Наконец-то. Вот так вот он делает. Ну, а мы тогда сделаем вот так. Вирус. Жить банан обратно сюда. Сейчас опять тренера поставит. Опять тренера влепил. Но вируса уже не будет на этот раз. Но вируса уже не будет. Угу. Сейчас уничтожит его, да? Ага, восстанавливать зару себе, окей. Вылез. Ну что, друзья мои, поехали. Пока. Ну вот и все. Так, капитан Огонек отработал свои дивиденды. Молодец, красавчик. Приносит нам 10 этих. Ну что, ребята, а теперь зубостизила, да-да. Конечно же, зубостизила. Ребят, я просто играю сейчас за нее в последнее время и хочу научиться, ну, хорошо за нее играть. Вот я не знаю, нужно ли нам два вот этих вот в этой колоде. Может быть, нам проще взять вот этих вот. Потому что мы с тобой тратим в основном вот эти вот, да? Они потом у меня стоят бесхозно. А на них можно ставить спокойненько вот этих вот. Да, наверное, так и сделаем. Удалим. Но только...
Только, блин, не переборщить. Так-с. Один ландшафт, если я беру, блин, а вдруг мне потом понадобится, а? К примеру. Но опять же, не факт, что они будут у меня именно в тот момент, когда они нужны. Но, тем не менее, давай пытаться немножко поиграть. До пятой лиги дойдем, я думаю, будет достаточно. И если, опять же, все пойдет хорошо. Потому что у нас не все так просто здесь. Поиск соперника. Ну что там, ёпку. О, нашли. Блин, это профессор мозговая атака. Ну давай пока так оставим, наверное. Конечно, хотелось бы через ландыш сыграть. Ландыш серебристый. Он сейчас тоже будет добор делать. На 100%. Да, он делает шаманство трех любых карт. Это, конечно, вот топовая штука для него. Смотрим. Никого он не стал вызывать. Ну и мы не будем. Можно было бы, конечно, ландыш сюда влепить, а потом рискнуть, но... Видишь, он дополнительную энергию берет. Какой-то план там у него созревает. Какой-то план созревает. Ну что, он будет выставлять? Да, выставляет. А вот этого ханорика сразу уничтожаем. А смысл? Слушай, а что-то до боли знакомая колода. Поехали, короче. Вот этого, пожалуйста, хлопните. Так-с. Угу. Так, ну что, надгробие будет делать? Хорошо. Давай смотреть, что там у него. О, какой чудик. Ну давай заклинашку примени. Отлично. Все равно у тебя крышка. Такс, дальше. Блин, все равно меня опережает на одну энергию буквально, ребят. Понятно. Все понятно. Пум-пум-пум-пум-пум. Конечно, плохо, что не осталось у меня практически никого. Ага. Вот так вот. Так, хорошо. Yeah.
Сработает защита? Сработает. Угу. Яйцо поставил. Хорошо, пускай будет яйцо. Хорошо, все будет хорошо. Так, что нам сделать? Наверняка будет там уничтожать как-то. Как-то. Блин, надо прикрываться, по идее, это, да? Давай банан тут поставлю. Посмотрим. Кто там вылупился у тебя? Блин, он еще ему карту вытянет, прикинь. Тун-тун-турун-тун-тун. Добить его, а? А, у меня не получится. Такс, окей. А вот это немножко плохо. Ну ему хана, я так понимаю, да, будет сейчас? Погнали. Мы должны его нахлобучить. Бонусную. Давай, бонусную. Нет. Хотя... Почему у меня нет, ребята, бонусной атаки, а? Как вот у него? Скажи мне на милость. Бомбанет, и этот бомбанет, да, получается... Получается фиаско. Ну, тут проиграл. Пожадничал тогда в свое время ландшафт сюда поставить. Вот тебе итог. Видишь, он бомбочку, ребят, у него была бомбочка, которая уничтожила здесь мое растение. Которое могло бы нас просто здесь вытащить в топчик. Но у него оказалось бы тортик вот этот вот, который наносит 4 единицы урона. Бонусных атак у меня, к сожалению, нету. Понимаешь? Вот так вот. А у него там нифига... Гаргантюахи, всякая ерунда, и у меня ничего не выпало. Так что надо исправлять. Давай, поиск, этот соперника так долго идет. Неужели? Кто там у нас... Ага. Тупо пропускаем ход пока. Что-то никого он не ставит. Ну давай я вот так сделаю. Просто хочу посмотреть, будет он... Заморозка. Заморозку тратить сюда? А вдруг у него там... Посмотрим сейчас.
Вот кто. Кстати, неплохая карта. Этого зомби можно уже прибить. Пум-пум-пум. А стоит ли? Стоит. Стоит наказывать. Поехали. Кровожадность, надеюсь, у тебя отсутствует. Далее. Далее мы, наверное, сделаем вот так. Нормально? Так, этот у нас 4 единицы здоровья восполняет. Поехали. Заморозка опять. Как скажешь. Бонусная атака. Делай, делай. Боишься? Бойся. Такс. А у нас все пучком. А у нас все пучком. Давай-ка сделаем вот так вот. Окей. И еще вот так вот. И вообще все прекрасно, да, идет? А еще вот так. Смотрим. Угу. Что, заморозка? Или что-то там сейчас придумаешь? Вот, молодец. Поехали. Блин, сработает сейчас. Твою налево. Ну и куда ты там бонусную атаку собрался делать? Короче, все растранжирил, что у него было. В принципе, так и надо. Тай-тари-та-там. Ставим, наверное. Так, сюда банан поставим. И вот так вот. Теперь давай смотреть. Что же ты сделаешь? Майор Лазергуд. О, как. Ага. А, он сдался. Ну, тут повезло нам. Очень даже хорошо, вот с помощью вот этого. Это же не свекла? Нет, это, по-моему, у нас лук. Красный лук. Ну что, давай еще партийку. Ну, где-то у нас. Где? Кто? Что? Выползай, не стесняйся. Все свои. Будешь как дома. Жду, жду, я в ожидании весь. Долго ждем. Так, нашли. Nice movies. Какой-то у нас тут. Ну, давай, наверное, так и оставим, как есть у нас. Угу. Смотри, какой шустренький, а? Ты полюбуйся на него. Шутки шутками, ребята. Все может выйти очень даже плохо. Кого он сейчас поставит? О, как. Слушай, мне такой расклад, в принципе, устраивает. Мы даже сделаем немножко по-другому. Вот так я сделаю. Угу. Пим-пим-пим-пим. Этого будем убирать или как?
Ладно, пускай будет. Кто там у тебя? Ясно все. На-ка. Пошел, да, прокачиваться? Так, ну мы его, если что, сюда перетянем. Уже не перетянем, к сожалению. Давай, наверное, сделаю вот так. Что, кровожадность должен тратить? По идее, если она у него есть. Почему-то не стал. Почему-то кровожадность он не стал тратить. Как-то не дурак, а? Если поставлю ландшафт, то, наверное, что-нибудь другое влепит. Да, друзья? Давай смотреть. Бонусную атаку. И это все? Давай сожрем его, фиг с ним, пускай будет. Едем дальше. Если надгробия не будет... О, он сам уедет. А, нет, никуда он не уедет. Кто там у него? Рикошет, может быть. Может же быть рикошет. Поэтому сделаем тогда вот так. Так, пошел добор делать. Пока не трогаем. Угу. Так, вот его. Не, вот этого, наверное, лучше, да? Поставим сюда. Ну, сделаем вот так вот. О, даже как. Неужели кровожадность, а, друзья? Ну что ж, дело твое, парень. Ну что, завершаем на этом. Подожди, какой завершаем? Хотя, да, завершать можно уже. Он сам подписался только что под смертный приговор. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Поехали. Хотя кровожадный. Ну ладно, все, ребят, кранты. Что тут сделать? Вот так вот. Великолепно. Ну тут, правда, 30 уровня противник был. Но опять же, ребята, это не показатель, что он не умеет играть. Может быть, он просто давно не играл. Может, он вообще супер-пупер игрок. Он просто решил начать месяц и всего лишь потихонечку добрался до 30 уровня. Так, а здесь у нас заразительная сальса.
Ну вот это явно нам сейчас не нужно. Да. Не особо хороший набор карт. Ой, если честно. Ну, уже более-менее. Так, сейчас будет на этих, наверное, надгробие с танцорами. 100% тебе говорю. И еще начинает творить. Начинает станцулик. Убираем отсюда эту гадость. Она нам не нужна. Абсолютно ничего не поставил. Давай так сделаем. Пускай тратит свою. Что у него там есть? Вот. Вот. Отлично, ребят. Угу, яйцо. Я вот так сделаю. Что это у него? О! Дурка. Но он может убить этот росточек, естественно. И тогда мы просто обменяемся тупо. Вот это вот зачем он? Что он сейчас хочет сделать? Кого-то там хочет посадить. Вот. Видишь, что творит? Как ты меня достала, а? Теннисистка. Вот это вот, вот откуда ты тут выползла? Да. Видишь, как у него уничтожение, капелька была. Но он там мне, я ему по одной единичке урона, а он мне по пятере влупляет. Он мне влупляет по пятере. Так, во-первых, вот этого охламона перекинем вот сюда. Так-с. Что же дальше? Что же дальше? Как нам быть? Давай так сделаем. Посмотрим. Фу, козлик. Угу. Ну, мы хильнемся в любом случае. Так ведь. Замечательная карта выпала. Замечательная. Я вот думаю, куда вот этого вот страуса сюда поставить или все-таки сюда? Он будет у нас 6-6. Не вижу логики вот в этом в данном моменте.
Что он сейчас чуданул? Достал, а? Уничтожить страуса, понятное дело. Уничтожить страуса. Погнали. Раз, два. Ведь сработала защита. У двух подтанцовщиков. Хорошо-то как. На-ка. Прибережем. Колотушка, тук-тук-тук, колотушечка. Ну что, все, ребят? Идите, умоляю. Я тебя умоляю. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Тюдюш. Последний. Тюдюш. Все. Так, ребят, ну я обещал до 5 побед, да? Сколько у нас там? Да. Высшая лига 5. Ну что, ребят, на этом на сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.